Мирсанова Анастасия, фонд «Заповедное посольство». Здесь вокруг нас сейчас разворачивается одно из важных оценочных мероприятий полуфинала проекта «Экософия». Люди, которые сидят сейчас за этими столами, все хотят попасть в финал «Экософии» и смогут это сделать те, кто набрали больше всего баллов по итогам этого мероприятия и предыдущих оценочных мероприятий. В чем суть? За каждым из этих столов участникам представлен определенный кейс, или, говоря русским языком, проблема. Эта проблема не просто взята с потолка, это реальные проблемы природоохранной отрасли. Например, есть кейс, который связан с восстановлением популяции зубра. Или есть кейс, который связан с нарушениями режима охраны природных территорий. Или, например, есть кейс, который связан, его подготовили лично мы, который связан с необходимостью увеличения популяции заповедных территорий. Это проблема, с которой сталкивается, которую решает фонд «Заповедное посольство», но мы ищем свежего взгляда, и сейчас можем найти его у наших юных и взрослых опытных участников. Здесь за столами присутствуют как студенты, так и профессионалы природоохранных отраслей и НКО, которые работают в этой сфере. Это было сделано специально? Да, конечно. Это, с одной стороны, возможность оценить потенциал и дать возможности какие-то для роста нашим участникам и поощрить тех, кто проявит себя наиболее активно. А с другой стороны, мы всегда рассчитываем на то, что тщательный анализ того, что наговорят и нагенерят наши участники, даст нам свежие идеи, которые мы можем потом реально применять. Это мероприятие, итоги которого ни в коем случае не пойдут в стол. Можно будет, я уверена, что впоследствии услышать или прочитать о том, как то, что предложили лучшие из наших участников, будет реализовано. На Экософии. И сегодня мы решаем кейсы. Это командная работа. Оцениваются компетенции различные, которые будут реализовываться в дальнейшем у тех участников, которые пройдут в полуфинал, в дальнейшем будут реализовываться в их деятельности. Мы отбираем 45 человек из общего действия сегодняшнего. И надеюсь, что те лидеры, которые выйдут в эти 45 человек, в дальнейшем финале будут лидерами это движение России. Всем желаю победы и выйти в финал и участвовать в президентской программе в дальнейшем. Страшную тайну откройте. У вас здесь какой кейс какой? Мы пока не знаем. А когда кто? Еще не раздали. Для нас это конкурсная тайна. Все понял, спасибо. Настроенное утро, классное утро. Мы продолжаем с вами работу, интересную, теперь командную работу. У вас будет классное взаимодействие друг с другом. Есть возможность послушать друг друга. Есть возможность поделиться чем-то. Теперь уже в таком близком контакте и с чем-то неожиданным. Потому что неожиданно будут у вас кейсы. Я сейчас быстренько расскажу вам механику, которая будет. И затем мы с вами, соответственно, начнем работу. Первое. Вы сидите сейчас за столами. Обратите внимание, пожалуйста, чтобы за каждым столом вас не было больше 14. Это важно. Если вдруг вас больше 14, то трекер и вебер, второй, вы сами решаете, что я хочу за другой стол, я пойду и пересяду. Потому что чем вас больше, тем, естественно, и сложнее за вами наблюдать, тем сложнее вам дать какую-то обратную связь. Чем вас меньше, тем больше у вас вероятности получить качественную, личную, обратную связь. Поэтому предлагаю вам сразу смотреть вокруг на людей и понять, что хочу пересесть за другой стол, потому что хочу больше личного внимания. Первый момент. Второй момент. Ваша задача будет познакомиться друг с другом, вам в этом помогут трекеры, вы можете сами это сделать, да, потому что здесь как раз возможность проявить себя, проявить лидерскую позицию, познакомиться. Третье. Обратите
да. Вижу, на полностью экспертам легче, хорошо. Может, как говорится, с экспертами, с тренерами, с трейдерами, как удобно, чтобы было видно, да. Номерочек должен совпадать с номером в вашем списке. Это тоже очень важно. С номером в вашем списке, это тоже проверьте, пожалуйста. Четвертый пункт. У вас на столах будут кейсы. Соответственно, ваша задача его прочитать, ознакомиться и начать с ним работать. По итогу работы с кейсами у вас должна быть готова презентация. Шаблон презентации можно будет скачать в канале. Презентация и, соответственно, группа или человек, которые будут эту презентацию на сцене презентовать. Да, это ваша задача тоже выбрать этого человека. Еще на столе у вас лежит инструкция. На всякий случай, если вы что-то забудете, там будет инструкция, в которой написано, что делать. Первые полчаса примерно вы работаете в свободном режиме. Дальше в процессе участия, да, будет звучать определенный сигнал. Можно нам включить сигнал, пожалуйста? Как только будет звучать такой сигнал, я прошу вас всех, да, перестать общаться и обратить внимание на меня. Прямо вот как только прозвучал сигнал, прекращаем общаться, обращаем внимание на меня, и я объявлю вам, что мы делаем дальше. Таких сигналов в зале будет 4. Да? Все это я вам буду рассказывать. Сейчас ваша задача познакомиться, познакомиться с кейсом, насладиться работой над кейсом. Есть.